Одно из приоритетных направлений работы районной администрации – работа с обращениями граждан. Свои вопросы представителям власти славянцы могут задать на встречах с жителями через интернет-приемную, а также на личном приеме главы района. Личные приемы граждан Роман Синеговский проводит каждую пятницу. За помощью главе района славянцы приходят с самыми разными вопросами, как личного характера, так и касающихся общественной жизни. На последнем приеме главе муниципалитета обратилась одинокая многодетная мама. Семья попала в трудную жизненную ситуацию. Сейчас остров стал вопрос с жильем. Роман Синеговский дал поручение своему заместителю, начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Василию Игнатову, посмотреть, какие государственные программы существуют по улучшению жилищных условий молодых многодетных семей и посодействовать в оформлении необходимых документов. К нему зимой перейдете, сейчас тогда все расскажем, запишем все координаты и будем думать, хорошо? Еще один вопрос главе района поступил от настоятеля храма Николая Чудотворца в хуторе Прикубанском. Там необходимо подключить водоснабжение к храму. В храме есть водопровод, но он опломбирован. Решался вопрос, я знаю, как вы неоднократно к вам обращались по этому вопросу. Поднялся вопрос о незаконной врезке. Сейчас я пытаюсь этот вопрос узаконить в водоканале. И обращался к руководителю водоканала. Вот, он сказал, что к вам никаких претензий, вы вот решаете свои вопросы, вот там пакет документов недостающих приносите, мы сделаем проект, вот, и все будет. И в итоге с февраля месяца вопрос не решается по всяким разным причинам. Роман Синеговский дал поручение своим заместителям взять на контроль данный вопрос и помочь с его решением. Для того, чтобы попасть на прием к главе района, необходимо предварительно записаться в общественной приемной районной администрации. Телефон 4 11 12.